Компания Елены Шагиновой без малого 15 лет поставляет трубопроводную арматуру из Европы и обслуживает водоканалы Сибири и Дальнего Востока. Их комплектующими выстраивается весь путь – от источника до потребителя. О том, как сложно быть хорошей мамой и при этом успешно развивать бизнес, знает не понаслышке. А потому готова презентовать несколько идей по развитию женского предпринимательства. Одна из проблем, которая очень сильно волнует женщину-предпринимателя – отсутствие в нашем городе сервиса, инфраструктуры, которая способна была бы разгрузить женщин, женские руки, снять с нее вот этот хозбытовой пласт. Здорово, что в политической среде появился человек, который заинтересован в развитии женского предпринимательства, женщина, которая готова вкладывать свой опыт, свой ресурс, свою энергию. И такой человек Мария Василькова. Она руководит региональной семейной приемной и считает, что области необходима комплексная поддержка женщин-предпринимателей. Ведь даже для крупных бизнес-леди семья остается на первом месте. Вокруг нас все-таки семья и дети, и эту ответственность никто не снимает, а дети – это в любом случае приоритет номер один. Но тот потенциал и та энергия, которая есть в женщинах, естественно, она позволит очень существенно развиваться экономике и региона, и страны в целом. С рождением ребенка меняются жизненные приоритеты. Молодые женщины готовы начать свой бизнес, осваивать новые профессии. Поэтому и предложений множество, как, например, возможность обучения мам в декрете и их перепрофилирование. И в регионе для этого должны быть все условия. У нас был такой ряд очень интересных предложений, где-то точечных, где-то системных. Я думаю, что мы сформируем дорожную карту. И очень еще важный аспект, то, что вот в Иркутске хорошо развивается. Мне кажется, очень важно, конечно, идти в муниципалитеты, потому что регион большой, и нужно вовлекать, конечно, женщин, которые находятся в его отдаленных уголках. И я думаю, что это тоже обязательно войдет в наши планы, в нашу дорожную карту. В семейной приемной готовится руководство по всем мерам поддержки для семей с детьми. В нем будут собраны льготы и выплаты всех уровней, от федеральных до областных. Презентация сборника запланирована на сайте 38ok.ru в ближайшее время. Яна Попова, Михаил Тырышкин. По материалам телекомпании «Аист».